В Балхаш приехали студенты консерватории и музыканты-преподаватели с разных городов Казахстана. Гости дали концерт в школе искусств. Восемь учеников консерватории, университета искусств и преподавателей пригласил в Балхаш бывший однокурсник. Абай Ракишев учился с ними в колледже имени Татимбета и уже год преподает дамбру в Балхашской школе искусств. Учитель решил показать своим подопечным, как играют мастера, и мотивировать на получение музыкального образования. Когда у меня возникла идея пригласить своих однокурсников, они сразу откликнулись. Администрация школы меня поддержала. Я хотел познакомить детей с опытными мастерами, чтобы они послушали народные композиции. Кто-то пошел преподавать, кто-то учиться дальше. Когда Абай нас пригласил, мы сразу же согласились. Это хороший опыт для детей. В репертуаре собрали 14 произведений, среди них кюи Татимбета, Тлендиева, Хамзина и народные песни. Была и классика. Все композиции музыканты исполняли на дамбре и кобызе. Зрители остались в восторге. Хорошо, мне понравился. Все было отлично. Я учусь здесь, на дамбре. Мне это слушать приятно было. Ну, я тоже хочу, типа, так играть. Были сложные произведения. Музыканты выложились на 100%. Мне очень понравилось. А для учеников школы искусств, думаю, это был большой опыт, яркий пример.